Друзья мои, в очередной раз приветствую вас на своем канале. С вами, как всегда, Агарис. И это видео из разряда серьезных игр Arma 3. В этот раз мы играли на сервере, который назывался... Называется Ветеранс. Пришли отрядом поиграть. Было несколько игр. И вот со всех игр, в принципе, что-то более-менее интересное я вам показываю в этом видео. Конкретную одну миссию. Мы сидим... На Чернорусе в чертовом замке. Наша задача оборонять его. Мы ВСРФ отыгрываем. И нас атакуют, соответственно, ВС США. У них задача захватить триггер. Наша задача обороняться. Задачу нашему отряду поставили уйти на запад от триггера, занять оборону и смотреть. То есть сидеть в засаде. В итоге мы ушли туда. И что же было дальше? Может, минку взять, поставить на дороге там рядом с нами? Можно, но я не думаю, что они прям по дороге будут ехать. Но возьми, поставим. Терапевт, здесь можно пушки винять. Да. Возьми себе что-нибудь посолить. У меня нормально. Ну, вон, с ГПшкой смотри. Так куда я ГПшки уже? Ладно, я возьму. У меня и так почти 40 килограмм. Ну, а тут бежать долго не придется. А если убегать? А если? У меня кстати, только три ленты, если что, ребят. Кстати, РПГ-26 есть, надо, ну? Там в этом ящике вам лежал, да? Да. Стреляю, просто драй. Навожусь, он где пи-пи-пи-пи-пи начинает пикать, и тогда пуляю, да? Ну там будет такой постоянный. У меня есть вопрос, почему у меня нет дроп? Когда пи-пи-пи просто идет, это еще сводится, значит. В атаку! Да, какая картинка? Да. Печально. А где терапевт? А дальше мы бегали, много бегали. Потом долго и упорно сидели в засаде и ожидали злых янки, атакующих наш триггер с запада. После чего мы снова очень много бегали, пытаясь зайти в тыл атакующим войскам. У нас медик-спринтер. У нас наркоман-медик. Всю игру, говорю, замыкающим идти, нет, вперед. Амбармалевич, давай гранатометчика бери и на 40 подходите к Абрамсу сзади. Принят. На дороге давай встретимся, терапевт.
И вот, после многокилометрового марш-броска, мы таки вернулись к нашей базе, к нашему триггеру, который мы обороняли, и зашли в тыл атакующей нас группировки. И что из этого вышло, смотрите дальше. Начинается самое интересное. Это, скорее всего, парочка вот этих бойцов, которые... Давайте, перебегайте, прикрываем вас. Я тут. Наш на 40 побежим. Одиночка его ВСС лупит. Так, ребят, значит, Бармалевич, вы давайте там и занимайтесь Абрамса, мы в триггер. Принят. Моя группа 320, пошли к триггеру. Миномет, слышу. Да-да. Тропеп, вижу Абрамса отсюда, назад чуть. Да и отсюда его тоже видно. Ага, стреляю. С Богом. Перелет. Перелет. Травматически подойти надо, или что, или вообще не бить даже. Он функционирует? Да, крутит башню, ищет нас, но не видит. Еще как бы нас не ебнул. Это, кстати, миномет, по-моему, летит. Если миномет летит, значит он уже в триггере. Не, на их штурмуют, штурмуют. Не, просто миномет может стрелять, если он в триггере только их. Да. Под стеночки идем на 320 также. Башня в другую сторону, терапевт Сандер. Попадание. Минус рутит, крутит все равно. Прищука. Ну да, кстати, живой. Да все. В тыл башни пробуй ему попасть. Живой терапевт? Да, живой. Ты на восток еще отходил, да, сейчас там движение в твоем лесочке видел? А, да, да. К тебе двигать. Так, Бармалеев, давайте это с терапевтом северо-востока к триггеру. Подтягивайтесь там их северо-востока. Все, здесь внимательно очень, ребята. Терапевт, рюкзак скинь, он тебя палит. Там еще один термобарический снаряд есть. Пока что так покажу. Давайте к тригану с северо-востока поджимайте врага спину. А движок, что это? Бродля, может быть. Откуда движок?
слышал. На входе свой или не свой это ходит? Ушел? Да, зашел вовнутрь. Держи его, я подхожу. Давай ему гранатку закинем. К замку подхожу. Стой, погоди. Стою. Он живой, живой, он там, внутри. Отойди, трубу дома. Граната ушла. 280, терапевт кто-то есть. Пробую посмотреть. Мертв. Звуки двигателя аккуратно подъезжают. Юго-запад. С трубой, кстати, походу, этот самый. С востока подхожу к замку. Сюда лупят. Слон живой? Слона не слышно в рацию. Живой. Слон на минусах. Курс не прощупывается. Он минус. По вышке пуски все идут. Дымы фиолетовые вижу. Я вниз. Заходим в дыма. Вы в дымы заходите? В дымах мы. Хорошо, мы тоже смещаемся к дымам ближе. Замочил америкос. Аккуратно, здесь еще в Марпате народ оказался есть. Вы сейчас стреляли или свои? Не свои? Нет. Мой пустой. Там, где радар.
Мы в северной части замка. Переходим, может, на КВ от Тригана. Че, переходим, нет? Давайте на КВ Тригана, да. Че, переходим на КВ Тригана. А какой КВ Тригана? Написан. Живой? Это опять мы вчетвером зашли. Кабан минус, да, там наверху? Да, похоже на то. Давайте стейк сделаем. А он внутри здания, не надо ничего делать. Техника осталась, если, что уже? Если кабана убили внутри здания, значит что-то в моем здании ходит. В каком вы здании? Радио это вышка. И не так. Я под ней подхожу. У врага осталась техника, привет. Знаю. Так, ну тут Тулян, по территории свои ходят. Мы через дымы зашли и зачистили там. Так, стреляет кто-то по нашим. С юга. Если что, на первом этаже в комнате сижу я. Все, ну ты там крикни, там к тебе вошли. Я уже выше поднялся, здесь мертвый наш лежит, да, на этаже. Да, Каскабан. С юга сейчас стреляло оглушенное что-то. Я слышал. На верхнем этаже, судя по всему, враг. Принято. Возможно, да, проскочи в нем. Граната. Живой? Нормально живой, там Агарис вроде пошел туда. Да-да-да, тут я. Гранаты мои сейчас пошли. На пуске чьи? С запада к разрушенным стенам подходит холм по городу. Юг побежал. Живой, живой, живой он тут. Живой. И в итоге этой игры я снял двоих, с последним мы разменялись, то есть он меня завалил, и мой единственный вот этот выстрел попал ему в голову, после чего он был тоже мертв. Наша сторона победила, оборона в данном случае сдержала натиск врага, мы выдержали, выстояли. А на этом я благодарю вас за просмотр. Всем отличного настроения, будьте счастливы и здоровы. С вами, как всегда, был Агарис, и до новых встреч.